Здравствуйте, дорогие друзья! 71-й псалом. 71-й псалом, он является продолжением в определенной мере 70-го, хотя и есть некоторые отличия. В первую очередь, все толкования говорят о том, что тот, кого задержали, находится под арестом, под стражей, под следствием, обязательно читает этот псалом. Вообще, этот псалом человека, который состарился, исчерпал свои силы, в том числе это и об этом, и понимающий, что Бог единственное прибежище, он как бы обращается к нему, открывая сердце, и это очень такой в этом плане важный псалом. 71-й псалом считается сгулой на то, чтобы избежать еще заключения под стражу. То есть не только когда ты заключен, но и когда над тобой нависает такая опасность, читают этот псалом. Читают этот псалом, написано для тех, кто скрывается и боится, что их поймают. Это очень действенный псалом, один из самых действенных в этом отношении. Читают, чтобы когда потерял цель в жизни, интерес к жизни, и знаете, ну то, что называется внутренняя молодость теряется. Вот тогда читают этот псалом, и он тоже очень-очень помогает. Читают его, чтобы избавиться от всяких неприятностей, особенно когда тяжело дается заработок. И тяжелым, пожилым людям, которым многое тяжело дается, нужно обязательно прочесть этот псалом дважды, утром и вечером, до молитвы. Читают его не только те, кто попал под стражу, но и те, кто хочет избавиться от этого, над кем это нависло. Для избавления от заключения 7 раз подряд читают утром и вечером этот псалом. Что еще? Первый пасук этого псалма «На тебя, Господи, полагаюсь» и так далее. Это великий написано пасук, в нем есть 44 из 72 святых имен, и оно дает защиту физическому телу. То есть здесь есть в этом фразе лечащее имя Творца. Поэтому как человек чувствует, что начинает заболевать, тоже может спокойно читать этот псалом. И вообще его читают минуты невзгод, чтобы попросить у Бога помощи в борьбе с врагами и так далее. Кроме того, этот еще псалом читают когда человек за кого-то, кто помещен под стражу, за кого-то, у кого там есть эти проблемы с властями, за него можно тоже читать этот псалом, тоже это очень действенно. Вот, пожалуй, все. Брахава от Слаха. Всего самого лучшего.